Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Приветствуем всех миром Господа Иисуса Христа, в особенности наших сестер, которые участвуют с нами в этом семинаре, сестры из Бразилии, из-за рубежа. Добро пожаловать на наш семинар «Мир Божий», сестры. И мы хотели бы напомнить, что мы социально дистанцируемся, хотя мы и в Маханаиме, но мы социально дистанцируемся, используем маски. И также хотел бы напомнить, что мы совершим молитву о крови Иисуса лишь в начале семинара и далее продолжим. И в этот момент мы склоним наши колени, чтобы воззвать о крови Иисуса. А после того, как мы совершим первую молитву, попрошу, чтобы все остались на коленях и пастора помолиться с возложением рук. Аминь. Господь, мы взываем Тебя о силе, которая в крови Господа Иисуса. Просим Тебя прощения грехов, освобождения нашей жизни. И все то, что совершили, Господь, против Тебя, действия, слова и помыслы. Господь, освободи наши жизни, дай нам общение во время этого семинара. Господь, мы просим Тебя о крови Иисуса во имя Господа Иисуса. Аминь. Пастора, помолиться с возложением рук. Оставайтесь на коленях. Еще раз, Господь, мы молим Тебя в этот раз, в этом возложении рук. Господь, мы просим Тебя, пусть Твоя благая рука будет простерта над всеми, кто участвует в этом семинаре. Господь, подготовь сердца, чтобы получить Слово Твое, доктрину, учение, чтобы это было... Пусть это будет днем благословения, обновления. Господь, молимся во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте споем псалом. Когда чувствую прощение в крови, в искупительной крови, я получил освобождение и радость от Господа. Аллилуйя! Слава Иисусу! В этот момент, момент хвалы, который приносит радость сердцу. И
Хочу воздать Тебе, мой Господь, всю мою благодарность. Аллилуйя! Слава Иисусу! Хочу посему поклоняться Тебе, ибо я в общении с Тобой. И в душе моей поклоняться Тебе, аллилуйя, Тебе воздаю. Аллилуйя, слава Иисусу. Аллилуйя, слава Иисусу. Уже за этот момент, когда мы чувствуем освобождение, мы можем прославить Господа, мы начнем наше слово в этот вечер, в этот день. Давайте прочитаем Слово Божие. И наша тема – молитва. Во время сие мы нуждаемся как нельзя больше в молитве. Давайте прочитаем книга Неемии. Глава 1, стихи 3-4. «Сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии, ничижении, стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. И, услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, постился и молился пред Богом Небесным». Это то, что мы делаем в этот момент. На этом уроке мы дадим некоторые детали для того, чтобы вы могли молиться, и Бог услышал. Когда услышал вас, когда Неемия услышал печальные новости, мы слышим печальные новости, что мы делаем? Мы молимся и просим у Бога ответа. Но для того, чтобы Бог услышал нашу молитву, есть некоторые пункты. Давайте поговорим об этом. Первое. Мы должны избавиться от наших обид и горечей. Иеремия, 36 глава, стих 26, говорит: «И удалю из них сердце каменное, и дам им сердце плотяное». И вы знаете, иногда мы храним обиды, как написано также в послании к евреям, в главе 12, стихе 15, написано так: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие». Есть люди, которые хранят в своем сердце эти горькие корни, и они отравляют всех жизни. Особенно, когда это близкий человек, брат, сестра. Но запомните, если Иисус вернется сегодня, а вы держите в своем сердце эту горечь, эту обиду на кого-то, то Иисус не сможет восхитить вас. Есть люди, которые являются пленниками обиды. И мы помолимся за всех вас. Пастор Сержи, он также передаст некоторые из духовных даров. В одном из духовных даров Господь показал одну сестру, которая была сердцем очень-очень обиженным. Что-то произошло в церкви. Она обиделась на кого-то из церкви, из братьев, из сестер. И это не уходит из ее сердца. И Господь говорит: «Я хочу освободить тебя в этот день». В другом видении Господь показал, что множество сердец людей, которые участвуют в этом семинаре, у них были корни, пастор Луизи уже не были, у них в сердцах были корни, горькие корни. Но сейчас, во время молитвы, когда пастора помолятся за всех, Господь благословит, будет действовать рука, крепкая рука с огнем, она входила в сердце этой сестры и удаляла, выдирала из ее сердца эти горькие корни и совершала освобождение. Помолимся.
горечь и обида – это орудие врага, который сеет это, чтобы вы могли молиться. Господь, согласно тому, что Ты показал, соверши это благословение, Господь. Пусть благая рука Твоя, огонь Духа Твоего Святого войдет и действует в сердцах, которых горькие корни. Господь, соверши благословение, обнови и освободи. Мы молимся во имя Господа Иисуса. Аминь. Итак, Господь уже освободил некоторые из сердец. Есть люди, которые хранят обиду с юности. Вторая тема очень важна – прощение. Прощение – это одно из самых трудных вещей в нашей жизни, правда? Матфея 18:35. «Так сделает вам и Отец вам Небесный, если от сердца не простит каждый из вас брату своему согрешение его». Если вы не простите, то Бог не сможет простить вас. Если вы не прощаете, то Бог не прощает. И есть другое, Евангелие от Луки, 17 глава. «И если брат твой 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Особенно, видите, как это трудно, вы, брат или сестра, они против вас согрешили, и вы говорите, прощаю. А когда согрешают еще раз, но Иисус говорит 7 раз в день. Если 1 раз в месяц нас обижают, то нам трудно простить. Но ученики попросили Господа, Господь, умножь в нас веру. Потому что прощать очень сложно. Очень сложно говорить о прощении. Прощение, оно освобождает. Когда мы прощаем, наше прощение освобождает нашу душу. Господь слышит нашу молитву. Иногда вы не спите и думаете, как бы отомстить человеку, который обидел вас. Мир, он такой несправедливый. Несправедливость – это часть жизни. Иногда сестра, она прямо болеет. И сестры, они очень-очень сильные такие чувства имеют, иногда сильнее, чем мужчины. И вот они держат в своих сердцах обиду на отца, на мать, на родителей, или на членов церкви, или на друзей. И одна на другую посмотрит иногда, и уже вторая обиделась, просто потому что на нее косо посмотрели. И 5 лет не разговаривают. Вы знаете, один маленький комар может убить овцу. Давайте помолимся, что Господь да помог вам простить. Прощение – это труд благодати. Мы не заслужим это, но помолимся, и Бог простит. Давайте попросим Господа, чтобы Он помог нам простить. Ну, Бог также имеет духовный дар, и пастор Сержа передаст. Если вы простите кого-то, но этот человек не простит вас, то оставьте. Вашу часть вы уже сделали. Давайте послушаем духовные дары. 2 сестры, они поругались из-за своих детей, и они не могут примириться, но во имя Иисуса Господь просит, чтобы они помирились, чтобы одна позвонила другой. И сын одной обидел, но он даже попросил уже прощения, но другая сестра, она не прощает. И Господь показывает, что сестры, они в их сердце было непрощение, и они шли, спотыкаясь на камни. И Господь хочет простить действие благодати сердца. Давайте попросим Бога этого действия. Господь, соверши это действие, который есть плод благодати Твоей, чтобы не было никакого типа, чтобы не было ни одного брата или сестры, в чьих сердце закралось непрощение. Господь, даруй благословение прощения. Мы молим Тебя во имя Господа Иисуса. Аминь. Возлюбленные, на небе место есть лишь для тех, кто были прощены, и тех, кто простил. Бог простил нас, хотя мы не заслуживали. И давайте обратимся к третьей части. Третий пункт – это
исповедание. Если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды. Но когда мы исповедуемся, мы просим у Бога прощения за каждый грех. Мы знаем наши грехи. И скрывающий преступления свои не будет иметь успеха, а тот, кто исповедует и оставляет их, тот будет помилован. Господь не пошлет вам ответа, если вы не исповедуете свой грех. Исповедание — это не просто слова какие-то. Мы должны исповедовать каждый грех. Иногда мы должны исповедаться Богу. И нужно исповедаться брату или сестре. Иисус сказал Матфея в 18 главе, если брат твой исповедуется, и мы исповедуемся им, брат мой, я согрешил против тебя, и хочу попросить у тебя прощения, давай помиримся. И тогда приходит мир. И очень важно, чтобы было прощение, очень важно исповедовать. Мы должны исповедовать, во-первых, Богу, и, во-вторых, брату или сестре. Есть люди, которые обиделись, и они даже уходят из церкви, потому что обиделись на кого-то, и они думают, что они где-то в другом месте найдут благословение. Но они не найдут, потому что Бог не действует там, где есть обида, где есть зависть, где есть горечь. Если вы думаете, о, пусть Бог им отомстит, если вы радуетесь горю другого человека, то вы нуждаетесь в прощении Божьем. И сестра, которую вы ранили, вам нужно исповедаться и попросить прощения. И если мы исповедуем наши грехи, иногда исповедуем Богу, самое главное, Богу. Но иногда нужно попросить прощения и у брата или у сестры, против которых вы согрешили. Во имя Иисуса, давайте решим это сегодня, чтобы у нас было истинное прощение, чтобы Бог не закрыл перед вами двери. Есть люди, которые есть мужья, которые не могут молиться, потому что они не простили жену, или жены, которые не простили мужей. Давайте помолимся. Господь, мы просим Тебя во имя Господа Иисуса за эту нужду. Господь, многих, мы знаем, уже Твой Дух Святой коснулся. Пошли Твоего Духа Святого, Господь, чтобы они исповедали пред Тобой свои проступки, Господь, чтобы приняли решение. Прими, Господь, эти молитвы на троне благодати Твоей, Господь, души, которые обращаются к Тебе, и пусть все они получат благословение силой Твоей. Мы просим Тебя во имя Господа Иисуса. Аминь. Есть ли дары еще об исповедании? Бог показывал. Есть дар. Бог показывал, что множество людей, в особенности сестер, они были как... На их спинах был гнет, и они были как узницы, потому что на их спинах лежал гнет, непрощение. И они нуждались в исповедании. И Бог показывал, что было действие Духа Святого, который входил в дома как в виде тепла, теплых волн. И он входил и достигал сестер и их сердец. Давайте помолимся. И мы верим, что Бог совершил уже в наших жизнях, многие семьи были восстановлены, многие дома. Помолимся Господу. Господь, мы возлагаем на трон благодати Твоей, Господь, как жертву приятную пред лицом Твоим. Молимся о имя Иисуса. Аминь. Через 10 минут мы вернемся с нашим вторым уроком. Аминь.